В общем, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы слышите вновь этот голос, значит, с вами Казуку Фэмили, и мы на финальной стадии такой игры, как Чок-Чок, зубы на крючок. Так что не будем особо задерживаться, будем идти к развязке. Садитесь поудобнее, готовьте чай, кофеек, а я за вас сделаю глоток. Иногда хочется горячего в эти дождливые летние деньки. Мне вот этот мужик, Макс, напоминает какого-то актера. Очень забавно. Да и девушка как будто какую-то актрису, ну не факт. Ну реально, я не знаю, с какого фильма или сериала, но его лицо прям на актера похоже у Макса. Это мы знаем, да. Thank you.
Так, а куда девка пошла? Thank you.
так. Так, мы в супермаркете. Пока что ничего не узнали. Так, а что тогда? Так.
оставлю на рингтон. Да не, реально, такой музончик. Прикольный, мне нравится. Битовый такой трек. Не, реально, прям прикольно. Царь Мидас. Ого. Ха.
бабульки, да? Девка, кстати, прикольно татуирована. Да, музончик тут прикольный. Но тянется все, конечно, очень медленно в плане сюжета. Много болтовни. К сожалению. Много болтовни, много болтовни. Хочу сюжетной игры. Это татуировано. Thank you.
бабы присматриваются, чтобы чпокнуться. Так, а что дальше? Легенду придумать хотят. Прикольная майка. Момент кофе. Thank you.
Что же здесь происходит? Забавно, забавно. О, день 8. Еще 3 дня. Походу. Бесплодная земля. Так, сейчас я кое-что проверю. Секунду.
День восьмой, 13 января.
Окей. Thank you.
Вот, значит, как. Интересно. Вот это то самое дерево.
Да. Забавно. Интересные размышления. Thank you.
Ага.
ясненько. Thank you.
Ни хрена себе. Прикол. Так. А, 14 января, день 9. А, так это сон был? Надеюсь. Ладно, я думаю, на этом мы закончим часть. Следующая будет точно финальной, в принципе. Но уже, в принципе, начинает происходить что-то интересное. Довольно прикольно то, что с Лехой какой-то трешак, с Маргаритой какой-то трешак, и, скорее всего, это был не сон. Все довольно ближе к финалу развивается интересно. Так что, в принципе, с вами был Казуку Фэмили. Игрушка меня удивляет, интересно удивляет. Хоть она и новелла, и сделана на коленке, но суть не в этом. В общем, все это интересно. Надеюсь, что финал нас удивит. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приглашайте друзей, мы будем делать также интересный материал. А с вами был Казуку Фэмили. Всем до встречи, всем всего хорошего, всем удачи, всем пока!